Якщо вам здається, що судді сьогодні будуть надвимогливими, поспішаю вас запевнити, що це вам не здається. Просто усі четверо добре розуміють, що кількість місць у тренувальному таборі обмежена і обирати доведеться лише найкращих. В очікуванні суддівського присуду всю серйозність ситуації на собі відчуває випускник 11 класу Коля. Просто как-то вот все это вместе накопилось, и вот так вот оно пошло, как снежный ком. Вот. Ну, там, уход отца и семьи, там, в общем, еще много чего. С мамой не лады. А сейчас прошу послушать, будет интересно. Папа, папа, пощади меня, не уходи, пожалуйста, не трогай маму, лучше мою жизнь возьми. Но ни молбы, ни слезы мне никак не помогли, ничто не помешало разбить меня и просто уйти. Відвертості сміливого підлітка зачепили заживе усіх глядачів у залі. І лише двох людей за суддівським столом. Важен чоловік, який доносить щось зі сцени, який має що сказати зрителю, публіці. Я хочу, щоб те, що ви хочете донести людям, ви донесли би. Я говорю вам «да». Спасибо. У мене є принципіальна позиція. Ты не поешь, ты читаешь рэп. Я не вижу для тебя будущего в этом шоу и говорю нет. Спасибо. На жаль, Серега правый. Передача вокалистів X-Factor. И тут я розумію Серегу, его принцип не брати тих, хто не співає, тому що інакше далі смислу немає. У мене також є принципи. Їх не дуже багато, але їх досить, щоб почувати себе нормально і спати спокійно. Принцип перший – я завжди піду на зустріч людині, яка чогось хоче. І є ще один принцип. Я ніколи не скажу «ні» тому, хто має талант. Ти талановитий. У тебе три так. Спасибо большое. Спасибо большое. До свидания. Я думаю, что X-Factor меняет жизнь к лучшему. Очень многих людей, их сотни, я их видела, я знаю эти судьбы. Я верю, что у тебя случится то же самое. Спасибо я большое. Тебя поздравляю, до встречи в лагере. Спасибо. Да. Спасибо вам огромное. До свидания. Что это за эксперименты такие? Ну, пусть запоет. Я очень сильно сомневаюсь, что он удивит голос. И будет ли он тогда интересным? Талановитый хлопец, який щось хоче робити в цьому житті. Ну, як це може бути ні? Спасибо, X-Factor! А від самого ранку до всього, що складає найкраще вокальне шоу України, професійно прискіпливим поглядом придивляється ось цей чоловік. Цікавість його зрозуміти неважко. Адже він в українській шоу-індустрії не остання людина. Мене звуть Родіон, займаюся цирками з Шапіто. Ну, організовую представлення, маю три собственних цирка. Сначала начали работать по школам, по садикам, зарабатывать деньги, вкладывать их по чуть-чуть, потихоньку, с нуля полностью. Никто денег не давал, все, что имеем, заработали с полного нуля. Начиная от дворника, заканчивая директором. Все полностью, все, что связано с цирком, все знаю, умею. В юности совсем не цирк вабив Родіона. Мріялося йому про справжню рок-сцену. Ось тільки, як він каже, не його були часи, зовсім не його. Кругом одна попса, з роком було тяжело тоді. Ну, попели в дитинстві рок, все, зараз зайнялись другим, заробили немножко грошей. Тепер хочеться для душі чого-небудь.
Здравствуйте. Здравствуйте, Родион. Вы ковбой? Ну, почти. Ковбой. Больше индеец. Индеец. Солидно, солидно, да. Чем занимаетесь в жизни, Родион? В жизни вожу цирки Шапито. Имея своих 3 цирка, ездим по всей Украине. 3 цирка? Цирки Шапито. Карабас-барабас? Ну, почти, скажем так. Вам можно и самому в цирке работать, мне думается. Работаю. Прекрасно. Что-то сейчас нам покажете такое эксцентричное, цирковое? Давайте «Беспечного ангела». Вот давайте. Браво, Родион. Шедевральная песня. Шедеврально исполнена. И на меня произвела колоссальное впечатление. Мне вы даже понравились больше, чем Кипелов. Спасибо. Мы рукоплещем вам. Я говорю да. Спасибо. Восторг соседу вам не понятен. Вы действительно очень интересный персонаж и один, наверное, из немногих, кто обладает уникальным жизненным опытом. Ну, цирк Шапито — это очень интересно. Это очень похоже на нашу жизнь. Выбор песни говорит о красоте души. Я говорю да. Спасибо огромное. Я тоже говорю да.
тебе 4 такти, йдеш в тренувальний табір. Спасибо. Ну, Родион. Сказали, ну, прием, молодец. Значит, прием. Ты летящий вдаль. Не знає, де себе подіти і як відігнати хвилюючі думки про сцену, яка водночас і вабить, і лякає її. Ось ця стурбована дівчина. Меня зовут Юля, мне 20 лет. Я приехала из города Кременчук Полтавской области. Это моя бешеная мечта. Давно-давно хотела, вот с самого первого сезона увидела рекламу. Хотела. Ну, вот как-то в первом сезоне, испугалась. Не знаю, вот так вот. Прикипівши до екрану в другому сезоні, Юля захоплено стежила за тим, як змінювалося життя такого ж, як вона, співаючого вчителя Віктора Романченка. Maybe I, maybe you can make the change to the world, reaching out for the soul. It's kind of lost in the dark. Действительно, человек показал эталон, наверное, как нужно добиваться своего, несмотря на то, что обычный учитель физкультуры. Молодец. Здравствуйте. Меня зовут Юлия. А на кого вы дивитесь? Что? А на кого вы дивилися тільки що? На Серегу. А чего? А чего? А чего? Мне нравится. Это уважительная... Еще одна из Новосибирска. Это уважительная причина, Юля. Нравится, нравится. Так, Ир, хай Серега и говорит. А я не ревную, нормально. Я помолчу. Давай, поговори с Серегой. Так, ну так рассказывайте давайте, где мы с вами познакомились. Ну вы же до этого пришли. Вот сейчас. А. Слава Богу. То есть не в Новосибирске. Так, ладно, все, шутки в сторону. Юль, а песни какие-то приготовили? Конечно. Могу спеть Трофима. Я скучаю по тебе. Я скучаю по тебе. И я скучаю по тебе. Серега. Соседуешься? Ну я рядом с Серегой рядом сидел раньше. А теперь скучаю, понимаешь? Между да нами. Какие проблемы? Игорь, какие проблемы? Обыкновенная, и лишь заметив первый снег.
Вот у меня сейчас было ощущение, как подружки, да, договорились? У меня было ощущение, что ты мне рассказала сейчас какую-то свою историю, очень такую трогательную, связанную с невероятным чувством. Есть. Оно есть? Да. Или было? Ну, у меня с этой песней очень много связано. Вот я хотела спросить об этом, а что? У меня несколько лет любимый человек жил далеко от меня, и мы виделись очень редко. И мы постоянно друг по другу скучали. И эта песня просто... это кусочек моей души. Мне все равно, что скажут остальные. Но тебе верю я и верит зритель, который сидит за нашей спиной. Поэтому да. Спасибо. Что значит «мне все равно, что скажут остальные»? А вот потому что все равно. Так вот, потому что я поверила на 100%. Я поверила человеку, стоящему на этой сцене. Были нечистые ноты, и не дай бог кто-нибудь из вас об этом скажет. Нет, нет, нет. Дело там все было изумительно. Прекрасное, а главное, неожиданное исполнение совсем не женской, замечу, песни. Очень красивая фразировка, актерски точные интонации, а это очень трудно. Вообще у нас мало кто поет так на этой сцене. Я говорю «да». Спасибо большое. Были нечистые ноты? Я же сказала, не дай бог, кто-нибудь об этом скажет. Но это продиктовано актерской эмоцией было. Да. Сережа, дай пять. Ну, когда артист поет вживую, не всегда это решает. Решает то, насколько человек верит, чувствует в то, что он поет. И насколько ему удается вообще воздействовать на аудиторию. Но я говорю «да». Спасибо большое. Есть что добавить? У меня есть что добавить. Потому что я не понимаю тебя, Дубцова. Как так, что скажут остальные? А остальные что, глухие? У них есть сердце и душа. Ты, Юля Герка, хороша. Спасибо. Это первое стихи. Это почти редактор. Спасибо огромное, спасибо. Молодцы. Что это было? Как умничка, как классно. Капец, это сон какой-то. Она спела ее не так, как автор. Она спела ее совершенно по-другому. И даже сидящий рядом абсолютный скептик Серега, которому, как правило, не нравится ничего, он сделал такой жест, он показал на свою руку. У него рука была вся в мурашках. И моя рука лежала рядом, и она также была в мурашках. Вообще не верится. Такое ощущение, что это просто это сон какой-то. Як дрижать коліна там на сцені, коли на тебе спрямовані прискіпливі погляди суддів? О цьому занепокоєному хлопцеві розповідати не треба. Минулого року він все це відчув на собі. Впаде нам до ніг, розтане вогонь, запалиться лід, забудемо про біль, встанемо з руїн, прийде нове життя для кожної з країн. У вас сьогодні три, да, ви проходьте далі. Дякуємо, дякуємо. В палкому бажанні спробувати не тільки читати реп, але й заспівати на всю країну, Назар соромився зізнатися навіть своєму найближчому другові і соратнику за дуетом Різапс. Але розуміючи, як товариша вабить спів, Мар'ян вирішив сам взятися до справи і просто таки виштурхав друга на кастинг. Приходить Марік і каже: слухай, це навіть не то, що не хочеш, а може ти хочеш, може ти не хочеш. Це зразу, ти там на X-Factor йдеш. Я кажу, ну ти нормально. Я кажу, ну чого ти зі мною не йдеш? Бо ти там ще якісь ноти видавлюєш, а я ні.
хіба я би сюди приїхав, якби я в нього не вірив? Добрий день, вітаю. Я дуже рада бачити. Добрий день. Ну, привіт. Привіт. Як справи? Так, добре. Як воно? Життя? Страшно. Страшно, страшно? Так, страшно. Розумієте, я буду сам, перший раз сам на сцені. По-друге, я перший раз буду співати не свою пісню. Та я в шоці просто. Я теж вже в шоці. Я... Але ти спробуй, добре? Угу. Отож? Угу. А мікрофон? Там. Добрий день. Доброго дня. А я десь тебе бачив, хлопче. На Україна має талант. А що, ви розпалися? А мій друг там, за колісами. Він за тебе переживає? Дуже. Назаре, що співаєш сьогодні? А, бумбокс наодинці. Назаре, жоден з трьох членів журі, які сидять праворуч, цю пісню не знають. І в тебе зараз архізадача. Зробити так, щоб ця пісня їм сподобалася. Ну, я постараюсь. Давай, співай. Зараз буде. Буде? Мусить бути. Мусить бути. Це значить наїдіння, так? На один. Наїдіння? Наїдіння, так. Коли ти наодинці, всі навколо золото ординці, у чужій хатинці, ти наодинці. Сам себе питаєш, що робити маєш, ти наодинці, з ким говорити, кого слухати, сам собі андрюхати, наодинці дні такі повільні. Алло, ну давай телефон і дзвони, дзвони, дзвони. Ти Вавилон, when you're low. Доброго ранку, порожні пляшки, і до побачення, випічка й кава. Всі недобиті добив, плечики, горшки. Ай, молодчинка, ай, красава. Швидке горіння нервових клітин, вихід назовні посеред ночі. Уваги хочеш, як тамагочі. Коли наодинці, коли один, коли наодинці, коли один. Алло, ну давай телефони, дзвони, дзвони, дзвони. Алло, о, ну де всі вони, де, де всі вони є. Особистий Вавилон, when you're alone. Дякую. Мене нема слів. Ай, молодець, ай, красава. Дякую. Молодець, молодець. Зацепило мене. Я говорю, да. Дякую. Іра,
Да меня не то слово зацепило. Я даже боюсь, что так зацепило, что я первый раз слышала эту песню, и не знаю, смогу ли я ее... Я ее послушаю специально в оригинале, но понравится ли мне оригинал после этого исполнения, я не знаю. Но зато я знаю, что я говорю «да». Потрясающая композиция. Конечно, я ее слышу впервые. Все было просто в кураже невероятном, в драйве. Я говорю «да». Дякую. Назаре, мені сподобалось, як ти виклався в цій пісні. А ще мені найбільше сподобалось, мене пробрало просто, як запищали дівчата після виконання. Це означає, що ти всіх взяв, дякую всіх, хто в цьому залі. У тебе 4 так. Дякую. Дякую. А я тобі казав. А я тобі казав. Молодець. Фантастично. Дякую. Я тобі вітаю, Назар. Ти просто, ну, не знаю. Дякую. Такий вибух. Просто красава. Да, дякую тобі дуже. Вітаю тебе. І тепер до зустрічі в таборі. Добре. Па-па. Дякую, Сфату! А в тому, що варто йому ввірватися на «Х-фактор», як поруч зі словом «легенда» замайорить саме його ім'я, переконаний ось цей хвацький хлопчина. Своїм козирем він не соромиться хвалитися при першому ж знайомстві. Здравствуйте, мене зовут Толік, я тут благодаря Андрію Мацевке. Вот, он мой кумир. Ой! Вот я решил по его следам пойти. Дякую! Я вас не чую! Взявши на озброєння кілька найцінніших порад від свого епатажного наставника, свою стежину на «Х-факторі» Толік налаштований протоптати набагато далі. Адже поганий той учень, який не перевершить свого вчителя. Ну что, прошу, на сцену. Ой, подержи меня, знаешь, потому что я упаду сейчас. Ну пошли. Так как-то лучше. Сейчас мы возьмем микрофончик, не волнуйся. Ну, бери думаю, микрофон. Что? Можешь тебя поцеловать? Давай быстро только. Здравствуйте. У вас, оказывается, есть еще наставница. Ты первый, да. Кого Оксана вывела на сцену. Что случилось? Ой, я чувство сознания не потерял. Вы нормально стоите на сцене? Вы не падаете? Ну вот смотрю на вас и... Держитесь меня! Держитесь меня! И сейчас упаду. Я буду ровно сидеть. Сюда я пришел по рекомендации моего давнего друга Андрея Мацевки. По рекомендации? Ну да. Андрей Мацевка уже выдает рекомендации людям? Конечно. Он уже корифей, Игорь. Так, ну и что он тебе порекомендовал заспевать в наши ухо? Он сказал, что будет очень неплохо спеть Катя без... Катя. Катя, возьми телефон. Это он, а? Это он? Это он. Да. Пойте, Анатолий. Я сейчас... Вот прям сейчас. Ее могли бы звать экзотически, Мадонна или попросту Дженнифер. Она известна в мире поп-музыки, только зовут ее просто Катя.
друг на ней зациклен фактически. Везде звонит и шлет сообщение. Все это не смертельно, но все-таки. Если увидите, передайте. Если увидите, передайте. Катя, возьми телефон. Это он звонит. Катя, возьми телефон. Катя, возьми телефон. Это он звонит. Катя, возьми телефон. И уходите с сцены, хлопцы. Это он. Она спускалась плавно и медленно. Из нереального хэппи-энда. Она была немного растеряна, как будто бы вокруг кинокамеры. В глазах читалось черным по белому. Стань, если хочешь, моим бойфрендом. Стань, если хочешь, моим бойфрендом. Катя, возьми телефон. Это он. Это он. Не, он у тебя богатый. На хрестик стань на всякий случай. Я тобі можу сказати комплімент. Тобі дав рекомендацію Мацевко. Ти співаєш точніше, ніж Мацевко. Спасибо. Толя, ти чудак, конечно, ще тот, но повеселил ты нас всех изрядно. Толя, я с тобой говорю. Возьми телефон. Я слышу. Да. Смотри, у нас есть в шоу 4 категории. Значит, мальчики, девочки, коллективы 25+. Да? У нас нет категории зайчик. Ну, я не знаю, куда тебя взять, я тебе говорю, конечно же, нет. Но шоу ты показал еще то. Классное шоу ты показал. Увы и ах. Нет, это не годится. Не годится, к сожалению, я говорю нет. А у меня Анатолий. Очень даже да. Да? Я не знаю, за что. Ты пританцювала, Ира. Ирочка, я вас люблю. Я вас пою еще песню. Ири Дубцовой, да? В коридоре. Давайте другой раз послушаем, Анатолий. У тебя три нет, одно да, ты не проходишь дальше. До свидания. А я еще могу спеть. Нет, я знаю, что ты можешь спеть. А я тебе еще раз говорю, до свидания. На следующий год, Толечка, приходи. Хотите, я сейчас вам спою прямо. Серег! И, Анатолий. Анатолий. Я вас люблю. Спасибо большое. Вы моя богиня. Ой, боже мой. Может, вы мне поможете спеть? А что? Что вы захотите? Анатолий, вот тут и треба пройти по диагонали. Я могу еще одну песню спеть. Да мы почули, 8 раз уже. А, звукорежиссер, подойди, вот это наш звукорежиссер. Будь ласка. Я все равно вас люблю, знаете. Ириночка. Спасибо большое. Thank you.
что мне сказали нет, мне это все на это все, понимаете? Вот. Угу. Я сказала, что я буду петь, и я буду петь. Ты умница. Спасибо огромное тебе. Рада была познакомиться. Я тебя люблю, солнце. Вот туда. Я тебя тоже. Что, Кондратюка рассердил? Молодежь пошла. Заповітна мрія не має терміну давності, переконана оця ефектна білявка. Ксенія сподівається, круто повернути життя в нове русло ніколи не пізно. Мені 29 лет, і вже несколько раз мені задали вопрос за сьогоднішній день, чому я не зробила це раніше. Отвечаю, что у меня ребенок, и как-то я уже посчитала, что, ну, видимо, семья, и это важнее всего. Вот сейчас, когда я спокойна, что мама обеспечена, ребенок обеспечен, теперь я могу со спокойной душой, не переживая, что они едят, спокойно заняться собой. Вот сейчас просто пришло время. Большая сцена — это, наверное, самая большая мечта, которая есть. И говорят, надо мечтать очень аккуратно, потому что мечты сбываются. Я не хочу мечтать аккуратно, я хочу мечтать, чтобы она сбылась. Здравствуйте. Меня зовут Ксения, мне 29 лет. Очень хочется, чтобы вы меня послушали. Что вы будете петь сегодня? Я приготовила песню, она никогда не была мега популярной. Песня группы All Saints. Называется Never Ever. Мне кажется, это интересный выбор. Never ever
Ксения, давайте я с вами сейчас разберусь. Ксения, смотрите, очень у вас хорошо удается фирменный материал. Вот. Смотритесь очень эффектно, очень артистично, да, но вот холодом каким-то веет в этот момент, когда вы выступаете. Я завжди боявся фірмових жінок. Може, це така моя якась чоловіча сутність, але, коротше кажучи, я боюсь підходити до фірмових жінок. Я не знаю, що з вами робити. Просто. Ні. Схоже, до такого повороту подій Ксенія була зовсім не готова. Я заранее прошу прощения у зрителей за то, что буду сейчас долго и нудно говорить. За кілька хвилин на X-Factory. Мовна катастрофа. Порозумітися з суддями майже неможливо. Пограндука, спасі корі. А? Йо, штетки, вано, кидвіш, баротайм. Сенсаційне відкриття сезону. Спів всупереч законам природи. Тебе потрібно обслідувати і слідувати. Та чи не змусять люди Ікс зневіритися в собі Ксенію? Робота артиста заключається в тому, щоб віддавати щось. Віддавати більше, ніж отримувати. Будьте з Ікс-фактором, аби не пропустити найголовнішого.